Всем привет, с вами Леша, это канал «Хочу жить». Здесь вот ролик будет обо мне, а я не буду останавливаться. Сегодня поговорим о желании убивать себя. Хочу пить и буду пить. Давайте обсудим. Я думаю, все слышали эту фразу от кого-то, от близких родственников или от друзей, там, когда им говоришь, ну, допустим, кто-то, вы видите, что кто-то лишку употребляет, и, может быть, говорите, может быть, хватит, может быть, приостановиться себе стоит, подумать можно. А этот человек говорит: моя жизнь, хочу пить и пью. Они убивают себя, но они этого не понимают, к сожалению. И самое смешное то, ну, смешное так, черный юмор, то, что они убивают себя и платят за это деньги. То есть смерть за деньги, они убивают за деньги себе. Платят побольше денег, чтобы купить какой-то элитный алкоголь, чтобы подороже себя убить еще. Блин, кошка орёт, извиняюсь, но ничего не могу с ней поделать. Я за дверь её выгнал, она орёт: заткнись! Постоянные разговоры про алкоголь. Там ценитель находится алкоголь, там какой обсуждает какой сорт, виски, водки, там какие сорта, коньяка. Ну водки, я не знаю, есть какие-нибудь сорта или нет, но коньяк есть, виски, бренди, ром, пиво. То есть обсуждают яд, каким будут себя травить, а также сигареты, никотин, тоже отрава, тоже травят себя, убивают себя. И думают, что если подороже сигареты, то они безвредные. Да, они там содержат, может быть, настоящий табак, но никто вреда не отменял. Просто из чего сейчас делают сигареты, это вообще мутагенный яд. Там даже на них пишут, на пачке сигаретами, что это мутагенный яд, эти страшные картинки. Конечно, они никого не пугают. Меня эти картинки очень впечатлили, так как я не пью, не курю. Там дело не в картинке, дело в том, что, ну, это жесть. Убивать себя и платить за это бабки. А самое смешное то, с какой радостью они бухают, с какой яростью, с каким наслаждением они вот... Вот, типа, вот эти непьющие, пусть они не пьют, а мы вот возьмем еще... Нам ничего не будет, нам можно пить, нас ничего не трогает, не коснется ничего. Такие, знаете, как в броне, в такой броне из иллюзий. Коснуться-то может всех, просто не всех касается, такова жизнь. Кого-то всю жизнь ничего не коснется, повезет ему. Везение-то никто не отменял. И вот они показывают свое умение... Там выпить бутылку пива залпом или бутылку водки залпом. Я вот в свое время мог спирт чистый, ну, бокал, стакан, не помню сколько, мог чистого спирта выпить. Я этим очень гордился, потому что мало кто мог чистый спирт побахнуть. Ну, естественно, я потом запивал, но это само, вот этот сам факт того, что вот я мог чистый спирт, сейчас даже представить такое страшно. Ну и вот я напился. Вот теперь я на коляске. Вот, смотрите. Кто мне не верит. Вот моя колясочка инвалидная. Потому что не всем везет. Хотя я также был уверен, что меня это не коснется. Что я в железной броне. И что меня все будет проносить. Когда я употреблял алкоголь, я знал, что, ну, что меня это не коснется вообще. Даже когда узнал, что у меня алкоголизм, думал, ну что ж, как-нибудь вылечусь, живу же с ним. Это ведь ничего такого. Ну да, кто-то спивается, ну просто они пить, наверное, не умеют. Я-то умею, что. Ну, вот и все, вот и доумелся. Повести может не всем, не каждому. Поэтому никто не застрахован от инвалидной коляски. Его канал «Хочу жить». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Всем пока.